время вихря он не дает эти обычные удары. Ну там надо приспособиться, можно и отбегать. Берешь эту херню и убегаешь. Так это же вихрь, по-моему, не парируется, если не ошибаюсь. Он АОЕ считается. Не вихрь, а шторм клинков. Шторм клинков, он пробивается. Он же считается АОЕ, он не парируется. Запускай давай, надоел. Разница, ты просто не получаешь эти удары. Давай, начинай. Хан, дай на пул сейчас сразу на лимошку. Мощный на пул. Ты копар, не врывайся сильно. Вот все его гомики в дерево. Блин, копар пошел врываться. Просто интересно. Вот видишь, он за тобой идет, нахуй. Какие два удара? Да. Ты говоришь, Вуди, два удара. Он ему, блядь, 10 нанес уже. 4 было минимум. А в дерево ты его привел? Все попал сейчас. Так я ты его куда привел? Чтобы я в дереве копию ловил, что ли, или что? Тоже ну, почему просто рядом с Эйдом веду? Откуда вы все, блядь, софы взялись, что ли, или что? Где я сейчас его буду ловить? Вот он в дереве. Рядышком она там. Лови второго лимушку. Или вы ему сильно? Ну, Долоран в следующий раз веди сразу, блядь. Не забирай, Вадь, ты далеко не достаю. Так подойди. Ладно, давай. О, видел? В мире хватает. Видел. Видел. Видел, вообще хуйня какая-то, да? Болтар не оставляет. А в прошлом он что не подхилил? Да он далеко стоял, наверное. Не оставляет живых. В мире хватает героев. Шаман, ты беги за танками сразу. Первые две пускай держит лимошка, а ты и третью соберешь. Да нету тут. Давай, здесь нет. Сейчас бы здесь все бычки бывают, пацаны, заебись, да, пацаны? А здесь не будет третий? Вообще не будет? Бычки две. Сейчас бы в 10 обычки 3 копии болтара там чуть. Трэш будет на хале. Ага. И 3 метеора, блядь. Ну, по-моему, он реально жестче стал. Ну вот я сейчас был в РС-25, мы там его так и не убили. Короче, серьезно? В обычке был или в гере? Не, в РС-25 обычка. Я вот был там этот Биг Босс танчил, который у нас там ходил. Вот он 4 раза падал от этого вихря. Короче, вот. Единственный вариант это назначать хилов и спекать третьего хила. Вот сейчас Филипец спекайся в ДЦ, будешь хилить. Нахуя? Ну, бля, ДД нету. Хватит. Какие да нахуй ДЦ? ДД все равно, блядь. Ну, просто танки сдохнут. Шаманы их не захилят пока. Там нужно хилить, блядь. Ну, что, да как не захилят, захилят. Ну похуй, давай попробуем. Вот сейчас мы упадем. Смотри, Азазель, повесь на Void Force эти щиты. И каску, старайся каску. Его больше захиливать. Нормальную каску. О, блядь, сейчас я что-то щиты стал бафнуть, я каску бафну сейчас. Да. Хорош. Ой, у тебя нету с ИЧЕ тринки? Ага. Господи, осколки танчить, это же жесть. Фрошмот. Фрошмот нормально. А дайте еще там этот. Агри. Давай. Ладно, вы там попробуйте мысли танка почитать, куда он идет. На пуль хорошо, на лимушку. Центр. А чё вот эта массакра, когда дается на... Только чтобы этот шаман не умер, а то он там стоит. Лайда, чё там вешается? Массакру, когда даешь, на тебя она тоже вешается? Да чё за хуйня, ёбаная? Баги, блядь, ебучие. Ты сорвал, по-моему. Не, тебе не хватит. Это знаешь, когда милики стоят рядом сзади босса, и он типа так бьет клевом этим копьем и всех миликов он шотит. Ну, падаем. Стоят что ли?
не оставляешь. Где шаманки там? Дай тебе диван кинуть. По поводу сакры, значит, смотри, там и ты, у тебя уменьшается урон, получаемый тобой, и ты забираешь отряды еще. Не-не, если я отменяю эту хуйню, нахуя мне урон получается? Понял, даже есть секунд, макрос такой. Понял, есть макрос специальный, вешается. То есть и ты получаешь на 20% меньше урон, и у рейда забираешь. Ну я не забираю, я отменяю. Делаешь макрос, чтобы отменять сразу, да, вот блядь, этот, я который... Я отменяю, у меня есть этот макрос, ёбаный в рот. Все, его можно гонять, как, ну как дополнительная прожимка после БЗ. Сейчас, копар, не врывайся. Сразу с метаморфозой там с... Вообще жертвенный костер — это такая опасная штука. У меня макрос зацепили. Ну, не врывайся в мелизон, просто прожимай метаморфозу и бей издалека. Все, без... Шаман этот пидор офнулся нахуй. Хуй плет. Он такая рухнулся. Да ты. Дес разви. Вот этот шаман хилит 20%. Он пидор просто. Вот предыдущий трой, тоже 20-26. Фаста, говорит, сейчас западем 10 раз, блядь. Ну, конечно, там поиграть через... Все, бойте меня. Макрос нужный. Чем он там хилил, нахуй? Давно, нахуй. Он 30 тысяч, да? А сколько он ГС был? Я хуй знаю, не написал. 6,1. Да как я, он такой же. Хоть у тебя есть макрос 9,6,9? Там же каналы, кажется, на волопове их идет. Санвик, давай ищи хила. Блять, ну я хуй знаю, как его искать. Ну блять, через ДД, ну ёбаный в рот. Вот сейчас по-любаку. Там он пишет, Ханк мертвейки. Сейчас она пустая, блядь. Эрл Грей, бергамотка. Любители чая. Только это массово не бахните пока сейчас, с умножшего. Да какое-то разнообразие сегодня. Волчат у меня закрыли. Дай мне ассист возьму. Да я возьму сразу. Сейчас он зайдет. 6 льда, блядь, мы уже могли бы ЦЛК, блядь, пройти. Босса 3 убить. Могли бы 10 боссов. Сразу вспомнил. Ночной рейд 10 гер. А вы еще 10 гер хотите, ну? Там вы сейчас 6-5 на 4 хила. Да не, ну не 6, 5. Ну сколько? 300 желателен, конечно. Шамка пал, хули, 300. Леер друг. А кто у нас тут лишний? Палы. Чай. Кто это чай? Это? Вечерочку. Доброго. Я. Привет. Здрасте. Будешь вайпаться с нами. Мы любим вайпаться. Вайпы — это клёво. Вайпы — это круто. Все готовы. Шай. Не бомжовскую. А, лапы у нас нет, друля, сори. Чай из малины варили. Хмелю сунули на пуль сразу, наверняка. Нормально. Не врывайся этим жертвенным костром. Цирк приехал. Клятву включил, заебись. Ой, блин, неистовство. О, Пеппер что-то пишет.
Вот видишь, надо захиливать. Два хила должны его хилить в момент этого вихря. Не знаю, ну будет вихрь БЗ Адама, там смотрите сами. Эту лимошки КД пока нету. Еще вихрь на БЗ. Ты прибежал ко мне зачем-то. Дайте там БЗ сейчас. Ну то дал БЗ. Сейчас убью. О. Смотри, мы какие скиллованные стали в ВКС. Вообще просто. Хочу все время с тобой танчить. Не говори такого больше, бля. Прикинь, еще в ЦМК бы пошли там на ребре бы вайпнуть. Тролли убивали полчаса и профессор час. Бля, лимошка на боссе будет на танче трэш. У меня метаморфоза, когда давай подождем. Обычайники, ой-ой. Не я вот так говорил. Сам прикол, все забежали. Это главное. Мои братья гибли один за другим. А я спрятался. Покажите гимн на дам, что нам оно. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Ну давай. Но основной целью врага. Бить еще много, но здесь команда. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но боюсь. Очень сильно прошибает, я не знаю. 6 просто. Я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герой, мне неведомо чего... Все, на 4 стаках дай на него каплю, что ли. Сейчас пока не надо, еще 3. О, слуги. Давай каплю. Дай каплю на этого. Второго попал. Сам не отъехал. Смотри, какие мы красавчики. Еле захилили, просто. Наверное, это из-за того, что мы хилаем. Хотя почему-то этот хил все равно хилит в 2 раза меньше тебя. Левая машкара. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Ну, на меня хилит эту лимошку. Ты чё танчит? Ну, ты, наверное, тьму, блядь. Тьму, да. Вообще, я думал, ты во тьму пойдёшь. Не, бой пойдёт во тьму. Ну ладно, окей, давай мне. Ну, вторая тьма, первая свет. Нормально так? Хан только на пуль наводит, да, блядь, там потом. Я-то как бы тьму затанчу, просто я не вывезу там по хп, хотя хуй знает, должен. Как, погоди, 20 секунд ждем. Ну вот, свету. Че вот там смотрите? Ну вообще да, во тьму лучше посильнее танка ставить, потому что мне надо еще время от времени цепухи будет давать по рейду. А вот это в свету как мне танчить? Там, короче, крылья надо отдавать, не? Да. Ну, вообще надо, чтобы агрона брать печать начали, порчи, но я не знаю. Крылья, стрелку. Может прошибать сильно, понадобится. Ну, короче. А чё вот я, да, я дай. Там БЗ когда смогу отдать? Через 20 секунд? Через 30 секунд. 30. Смотри, бергамотка, ты свет хилишь, не заходишь в тьму. По что там, по дисплею сейчас? Окей. Вообще лучше, я не знаю, наверное, трудно будет хилить сейчас тьму. Может, зайдешь, а выйдешь там типа на 56, вот так, 57. Чё, ты один не захилишь? Ну, давай попробуем. Там у тебя ретрик. А, портал появляется только на
Три фотки, понятно. Туда не заходи. Тоги, чё, я сумрак? Или первую, третью? Вторая группа тьма, первый свет. Ты, Вивальди, если что скажешь, видишь, там не можешь прохилить там гимн на ХП и гимн на манду. Пусть сейчас лимошка начнет танчить. Ой, конечно. Пусть бьет просто так. Какая, ну, полу, какая у кого аура стоит? Давайте разберемся, блядь. У меня плотно. Броня. От огня поставьте. Да зачем? Лимошка пускай поставит прото-ауру, а Эльтер каст-ауру. А в свету Войд поставишь каст-ауру. Ну потом, когда будет третья, поставлю. Ты потом, Славик, поставь лучше кастерскую игну. Ну, конечно, кастерскую лучше. Ну чё? Кого ждём? Сейчас чекнем. Начинай. На, Бергамотка спрашивает. Ходить ей, ебать, нет, не доставайся. Мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Беги, малышка, беги! Небеса в огне. Тюр. Я такой ловерман, и чё он мне пишет? Любви. Я ты базы отдал, он был на вход, на входе во тьму. Не спал. Если посмеете. Заходите. Завелась, сейчас рубанет там, отходите. Что кривые лезвия какие-то. Поставил вроде жопу ко входу, а что-то надо доворачивать на это. Подкатывай по мне же меньше урона, да, идет? Чё-чё-чё, по тебе? Наоборот, ты забираешь... Лезвие. Убираешь урон, убоевый кому подкинул. Умер нахуй. Да, можно дать каплю и отъехать, кстати. Я подумал, блядь. И я отъехал, блядь. И вот отъехал. Я перестал хилить, чё хилить? Ну да. Давай посмотрим, сколько он... Чё, сразу с двух ударов или чё? Как там? Да, с двух. Бля, давай с дуба ДК потанчу, заебал. О, а почему он 39 тысяч бьет, нихуя себе. Он так потанчил. Защиты, Войд. Скажи, брони сколько? Блядь, защита 565, броня... Да потому что Войда там, блин, стоит этот говно какое-то, тринки, ты вообще шмот. Причем ты... Кстати, не броня. Это дуба вообще зависит. Он в 10 обычно так не должен быть. Давайте линк. Давай я шкаф поставлю сейчас. Сколько у тебя защиты будет, скажи. 565. Нормально. А брони? Хорошо, защита собрана. Брони сколько? Да, в цифрах? Собрано. Или в процентах? Сколько? 27? Да. Ну, в процентах это где-то 60, да? 66. Ну вот сейчас 29 тысяч брони. У меня 68, 74. Чё, в ХП надо побольше. Короче, фишка в чем? Какая-то обнова, говорят, была. Давайте, или кто там, блядь, в Дискорде в этой хуйне все есть? Линканите это говно, описание обновы в РК.
Филипец, по-моему, любому там есть, не? Откуда? Блять, кто есть в этом? Блять, линканите кто-то, нахуй. А то в группе нету, блять. Они не соизваливают писать в группу эту обнову. Форум тоже, нахуй, никогда не пишем, дебилы, блять. А как раньше было на Леди 10 гек? Если, допустим, переводили Леди и выходил трэш, а его можно было спокойно залить, правильно? На Леди. Вот, а мы вчера пошли в 10 гер, короче, два раза переводили Леди, и, во-первых, на трэш вешался какой-то дебаф, все поглощающий, и они кучу его проклятия раскидывали по рейду. Но раньше ты просто диспелил проклятие, а вот когда Леди на второй фазе уже агрится и жив трэш, а когда диспелишь проклятие, вешается КД большой, секунд там 8, как будто, ну, большой, во время каста большой топ. Такая хуйня происходит. Если сейчас не убьем, тогда копор зайдет на БДК. Давайте пристамав, краски. Что там есть инфа, не? Кто там это в Discord? Да, сейчас уже зашел. Скопируйте, пожалуйста, текст в РК вставьте. Ну, я так подозреваю. Влад, сколько он там, блядь, 26 и 39 по мне ударил. Это же пиздец. Это только в деле он так бил. Владина, мы исправили формулу печати праведности, что я не вижу тут херосовской. Ты линк, ты скопируй, скопировать можешь текст? Сейчас покажу. Что мы прочитали? До 26-го, я думаю, хватит. Просто, если Халену дамаг по бычке так бьет, он в гере. Да нет, там ничего в Дискорде, там ничего про это не написано. Ничего, боже, бафы будет чуже, блядь. Краски. Кристобал. Здорово всем. Здорово. Есть место? Нет. Давайте жрать хочу, блин. Кто это? Этот. Блять, как он же? Дуду Типка сказал или что? Все тут. Зайдите за ними. Бля. Сейчас все зайдут. Как? Некрономик. Давай, пуляй. Пуляй. На пол у него мощный. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Стри, нихуя он по нему хуярит. Да я вижу. Вот пидор, блядь. И чё за хуйня? Взорвал ты чё? Не врывайся, я тебе говорю, с метаморфозы не прожимай эту херню. Понятно, понятно, всё падает. Блин, я сразу сказал, не надо этого делать, понимаешь, когда танчик протупал, у демона нет талантов на минус агро, это нельзя делать. Раскол. Ну раскол, ну видишь, оно не прожимает. Только это очень долго. Вот так не поедет. Блять, я две стрелы кинул только нахуй, успел. Полотенце печать, потому что стакекс, он особо не выбирает этого, когда стакекс его туда берет. Как он так срывает? Это я хуй его танчу или чё? Ну, ты а у тебя же печать не успела разобраться. Да печать там не дает столько. Ну и чё бы выиграл? После пятерочки уже дает нормально. А чё будет, если я буду фуловым локом ходить, блядь? Пиздец будет. Мы тут он с Макгрегором по бисовые ШП, я еще не понимаю, что делаем. Значит, БДК было нормально, можно прожиматься и ничего не будет. Но когда еще протопал, это... Меня слышно? Да. Вы сейчас где? Уже раз десятый спрашиваю. В РСке. Да в РСке, да. Касковый, давай. Давайте быстренько бафаемся, троим заново. Если сейчас вайда опять сложит, ну тогда зайдешь в ПДК.
Че, обнул, кинули текст или че? Там прорез ни слова. Давайте за линию. Начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. А печать-то быстро скапливается у кого-то на очереди. Протокол быстро пьет, так что не ретрик с ручкой. Сейчас я ему бам. Сальву дал, сейчас у него снизится окно. Свету смотри, копар не бей вообще. Копар немного правее сместить будет лучше тебе. Наверное, я буду БЗ отдавать. А после БЗ крылья можно будет использовать? Заходите. Это без пожара. Чё-то ты как рано зашёл. Я после лимошки зашёл. Сэс на себя вешай. Прожми чё-нибудь. Чё, я, наверное, БЗ буду отдавать. Без крыльев кончить. Лезвие скоро. Копар, ответь им в гильдии. Двигайтесь. Чё в гильдии? Ну ответь вам. Про РС. Этот как в Герри РСК, если я не даю волну в танк, то, блин, он упадет. Да. Ну это нереально, блядь. Че там проценты? 54. Лезвие. Нормально, нет, ну дайте кто-нибудь. Давай, я бы запрожал. Что-нибудь там двигается. Не волнуйся, давай, Ким. И через рубей. Ага. Портал хрена. Напуливается. Пиздец, просто Войда ваншотит, блядь. Лезвие. Все упали в святое, я только забыл, что у него. Просто 40 кусков летело Войда. Все, сорвусь, не спалили. По 40 ебашит, это пиздец. А как он в Герри бьет? 70 нахуй, 80, блядь, сука. Вот видно 10 тысяч. Не, как... Короче, давай я тебе. Как это так? Я тьму потанчу. Ага. А вот давай в ретрика. Это пиздец. Сейчас я шкаф поставлю. Ну если реально что-то сломали, то починят же быстро. А во тьме вы тоже упали. Типа это как. Это как тогда шаманам тотем сломали, этот, который щит вешает на них. А посмотри свои детали смерти лимошки. Кто фонит нахуй? Сколько он по тебе бьет? Скобомет, блин, фонит немного. Вот смотри, последние 10. Ну это у вас 40 было. Это чё, материальность так сильно стала или чё, блин? Ну вот 60 стало. 22к, блин. Ты чё-то с материальностью напутали, походу. Ну, хуй знает, чё они сделали, блядь. Ну 40 тысяч, сука, 10 обычки, блядь. Под 60. Да, это мы уже услышали, кто умер, мы там хуйню начали заниматься. Не, ну просто эта цифра такая, это вообще пиздец. Блять. Пол хп. У меня же не голый танк, блядь, там 60
Там 27 брони, блять. Ну, крита нет точно. Все, блин, ну хуй знает, как так? Прошмотка одна только, блядь. Шея ДДшная, ну что, блядь, колба. Все остальное танковское, блядь. Что-то, видите, что в гильдии пишут? Да. Что ребро по 100 тысяч бьет. Ты что, сегодня день новостей, что ли? Ну, ребро по 100 тысяч, ну, три танка получить надо. Вполне может быть такое. Ну, вот это вот у меня цифра вот 40 тысяч под 60%. 60% там урон увеличивается, по-моему, на 15 у него, блядь. Или на 20, да. Насколько, я не знаю, блядь. Ну, как так? Давай, фулба. Тебе 21 под 40 материальностью, ты прикинь? Бегайся, Брэдрик, давай все быстрее. Только 10% дают такой перекос. Не-не, вон там, ну, можно прочитать, навести там, да. Хотя не помню, пишет на нем, нет. Вивай, блин, в цвету теперь, а вот возьми. Смотри, да я первый вот, третий, нет, а вот. А давай махнемся, может там за меньше будет пробивать. А, дайте что-то на ману, у меня ману на велосипеде. В мамонте купи мятный чай с медом. Так и 4. А ты перекинь Войда в первую пати. Чтоб там шипы тоже хилю. Хило. Зачем? Мы вот, что, меняемся вроде с Войдом, нет? Ты что, в смысле, я что, в свету, что ли? А, ты во тьме ее, я понял. Мы же с Войдом поменялись, он теперь во тьме, я в свету. Ну, первую, третью я танчу. Пусть во тьме будет ШП, а то очень трудно хилить, там надо танка постоянно. Чтоб по этому, по фате шел за хил. Вивальди во тьме будешь, а Войд в свету. Эти фазе, свет выходит тоже, Войд. Немножко, протокинь на ДК. Скажите, свет третий я танчу или Войд? А че, лапа? Ты свет танчишь, да. Немножко ты танчишь. Войд в ретрике вообще, он не танчит. А подавали барабаны. Ну так давайте барабаны. Есть еще? Анар, ты тут? Ага. Хорош. Пойдите за линию. Анар. Залить рыба. Макгрегор, блин. Да нахуй он тебе сдался, блядь. Пускай через взрыв бьет, ну возьми. Это не Макгрегор, блядь. Суслик. Суслик через этот. Через взрыв. Чё-то... Начинай. Дикинка пора сложит. Да не, его вообще не бьют. Команда на севере, ремонтка. Дохнет там. Беги через хвост только, не через морду. Хорош. Про ДК танчит. Тьму ДК, а ты свет. Стойте, не заходите раньше, ПДК. Заходите. Ебать его шибаем.
прикрепили сунели к стене. Захильте его. Коля, вот, короче, в ППшке обычки хожу. Хант, короче, 2 КГС, а в него пэт, блядь, по 13 кусков ебошит. Готовьтесь, Свету сейчас будет. Циркулюмер, да. Прожмите. Пошли, Свет. Первая пэт. Так, у тебя дефы есть сейчас немножко? Сакра, жук. Беги, малышка, беги! Чучка нажать. Сейчас капку дам тебе. Ну, попробуй. Небеса в огне. ДЗ, опять же. Крыть еще. Да, как 25 пири. Окей. Если волну не дать между ударами, то сбей. Отлично. БЗ сам прожми. Так, прожал. Даже дыхание так не дамажит, как с руки, он у меня шлет. Дивор у вас, Хант. Хант. Дивор. Дай ему, нет? 30 секунд. А будет в этой жизни или как? Обосрали. Ну, без того упали. Ладно, я просто... Топор упал? Блядь. Да нет, у нас лезвие не сбили. Че, я неправильно уже что? Удалить, я прям по рейду появилась. Вы сами точно смотрите, наверное, на... Потому что лезвия быстрее стали ходить в кузне. Ебать, чё он так бьёт-то, блядь, по пол хп на? Чё за хуйня? 10 оп, нахуй, прикинь, может мы в геле, нахуй? Да я чё, блядь. Вон, смотри, на нём пишет. Наносимый урон снижен на 20, получаемый снижен на 30. Что-то намудрили с этими, либо с этими процентами у него намудрили, вот с этой хуйней. Усилили дамаг по расхождению в процентах. Да, либо материальности. Реальности. А если они туда полезли, это вообще пиздец. Либо его... Я чувствую, что можно убить, давайте пробуем еще раз. Надо сейчас, короче... Конечно, попробуем. Когда будет 60... Надо обратить внимание на вот эту, на самого Холёна, ну, баф вешать с материальности, надо почитать. Этот, баф эти. Да, Гер уже надо, к чёрту. Скажи, там будет, когда Геру, мы двоих, в двух мирах сразу дадим. Я стою, жду её уже. Меньше 2 миллионов остаётся, нет. Да я не рейдил же никогда, потому что я привык, что мне говорят всегда Геру. Мне и дают, когда говорят. Я хуй знает, как тут рейдил, блядь. Если табличка с закрытыми глазами убивалась, а сейчас что-то по полху побьет в ловых танках. Тут приходится, блядь, дебафать, озвучивать прожим. На прошлой неделе убили, короче, 10 обычку, я отхилил во тьме, там у Лока стоял пет на автодиспеле, то есть там ветка вежилась, и она сразу диспелилась, и всех сразу туда стягивала, и все равно мы убили. Вот, и каждая метка вот так была. Приколитесь? А че, отключить не мог, что ли? Да он даун какой-то был. Зайдите за линию. Ему писали там, это просто жесть. Там рейд был. Вольт, слушай, еще вместо длани можно кидать руки. Руки еще урон уменьшают. Погнали, начинай. Пол хп на. Ну как в Гере, вот в Гере так же бьет. Да как в Гере-то будет, по 100 тысяч на. Стопнул за эпилип.
Залепили, блядь. Они пососали. Как что накрутит нам? Пиздец, дебил. Там на Сартарионах 5 человек пойдешь, нахуй сдохнешь. Знаешь, что? Может, это они драконом повысили? У них же там ивент с драконами какой-то. Может. Не заблюсь, прожимаю. Стойте. ДК еще не зашел. Заходим. Считайте, что вы в геле, потому что бьет. А, Гери еще два кинулись. И пружинки под 60% оставляют. Ну суслик, блин. Он тупой, сам себя не умеет спать. Хоть флажку пей, короче, на хп. Беги, малышка, беги! 57%. Сейчас все. 54. Трепещите, ничтожные, перед посланником смертокрыла. Бергамотка, давай рот. Пятьдесят. Вот не тоже? Первый 60. Беги, малышка, беги! Сейчас дать. Сейчас посмотрим. Будем при. Давай. Все пражинки все. Блять, зачем эти капы на 40? 50. Убиваем, можно убить. Убивали, дай гимн на ману. Сейчас кончится. Блять, как ты выносишь. Нет. Кал сакру. Спасибо. Охуево. Пока. БЗ есть. 60 в ахме. Прочитай, Вуди, на Халионе баф материальности, что там написано в процент. Стопните, Светлов, стопните, у нас 60. Да мы же сейчас добьем. Да, блин, знаешь, как его пробивают? Ты не успел прочитать? Добьете, да. И процент. Вот, 50 нормально. Третий натер на танке, что, охуели совсем? Плюс еще как-то ты его... Метеор? Ну, мана нет. О, попьем сейчас. Чивка, ну. Припал, гонили все колечко. Господин. И пояс тоже. Нет, да, он с хитом, он, да. Я хуй знаю, такого не должно быть. Ой, блядь. Я там, блядь, все прожимал, блядь. Незыблемость, кровь, нахуй. Пиздец. Конец. Меня тринички спасали хорошо. Тринички и сакра. 10 обычки, прикинь. Планнуться. Что за чушь, блядь? Че, в натуре давайте ИПС за такую хуйню давать? Ну как в гель. Давай попробуем в 10 гер сходить или в 25 ок посмотреть, что там творится. Хорошо, давай на сар там. Давай на сар там рядом здесь. Этим же рейдом. Погнали. Давай посмотрим, что там творится. Чего? Блядь, на самом деле? Нас люди просто, блядь, смотрят. Давайте попробуем посмотреть.
Да какой сманить, тут рядом, блядь, побежать 5 метров. Ну сманите, видите, мы в Долорен. Пойдем еще в ВОЗ сходим, посмотрим, как там дракон бьет. А на Никсию? Я вон холика спекну, если немножко потанчишь. На Никсию ты говоришь или куда? Не, Сартарио. На Сарте, я вот в пещерке. На дракона. И поедем, то а так вообще посмотреть, какой тут дамаг, что как. Где человек, если кто-то или нет. Короче, я в ДД немножко потанешь один. Давай, спекайте с ДД. Лечу. Блин, Герасин. Эти драконы захуярят. Лепец там полетел. Был ран. И сунули его, видим. Я вот только лужу разминки сразу повел. И второй там. Этих двоих тоже надо свести, они большие. У них там своя АУЕ, короче. Знаешь, Зенха тоже там целка. Ставишь тотем на профи, его вводит все время. Ну ж босса-то не бейте. Безобидный, ничтожный. Это дракон или как? Вот дракон. Да давай убьем, пофиг. Сходим, где вообще на нас. Спирон, это же дракон. Ну, вроде... Винтанул, блин, он. Чё падает? Не, я думал, вы на ачивку именно за... за поводями. Трёх не убивать. Мы не умеем ачивку. Вроде не шли на ачивку, хотели посмотреть, как Сартрион бьёт. Драконов, если убить, наверное, поменьше должен бить, да? Ну, да. Да не, он бьет одинаково, там просто дебафы от драконов, там хп снижено на 30%, что-то такое. Блять, вот эти вот пидоры большие, нахуй. Я их боюсь. Вот видишь, как... Может, драконов делаем? ИП вроде бы за это дается. Вы убили одного. Да какой ИП? Чего вообще? 150. Похреневали. 150. Один. За десятку. Можно еще за этот инст подогре один ИП давать. Фармить его везде. Ну, суки, убили дракона. Ну, давайте, сносите всех, я подостаю, постою, подожду вас. Нормально, да? Без проблем. Ничего не происходит, полном. А, дамажит чуть-чуть. А вот если делать вот этот плюс 0, или как плюс 0, ну в общем. Не убивай драконов, то она лично дамажит где-то на полпыта. На Сартариона пусковой сделаю сегодня. Третью неделю висит, уже сделать не могу. А вот не ожидал, что такая хуйня будет вырасти. Че у вас там, откуда трэш взялся? А че за дракончики? Их же раньше не были дракончиками. Да хрен там. А яйца вон они стоят. Ну. Раньше не было, они не появлялись. На всякий случай к яйцам нужно подходить. Да? Он сейчас загорится. Блять. Это как сугробы, где? Метка в середину карты, блин, долбанулась.
вроде мелкие не сильно бьют, как обычно. Двадцатка РСК на самом деле должна быть легче, чем десятка. Там болтар в частности. Потому что здесь у тебя один хил, а там типа все стоят и хилят нон-стопом этого танка. Это физически не может быть. Если он тут 40 тысяч бьет. Ну, я посмотрел, вот этот рейд РС-25, после которой там все начали кричать, там хилил этого танка нормально, там только один шаман. Вот. Остальные там что-то так, так себе, процентов по 10 нахилил. От общего. Ну и плюс он ловил все лезвия, но по-моему сейчас невозможно не поймать все лезвия. Лимон, погоди, не агри, сейчас у меня КД. 40 секунд, Руник. На мету? Ну что? Погоди, не агрите, пока не идите туда. Там если один сагрит, всех остальных все равно в центр портает. 15 секунд. Че, посмотрим, кто в волнах будет летать. Ты че, погнали в Герус, блин? Пойм, да. Нормально. Все, go. Моя обязанность оберегать эти яйца. Че, в эту сторону надо держать? В любую. Она смотри за яйцом. Только. А че он вертится, так и должна быть? Агро. Я срываю агро. Все, я тебе дам сальдо. К лагеру подкатилась. 20 секунд у меня еще. А, мы смеждовали позже. А, во тьме там прыгал. Так Сартрион вообще не да. Опа, ничего себе. Что, это одно волосы? Клюха. Без нейтриня. Нет, вроде на Сартрионе, как обычно. Куда еще пойдем? 25 оп. Что 25 оп? Рез? Кому сумка ушла? Рестел, качаю, что угодно. Я думал, кому сумка ушла? Нахуй тебе эта сумка. Он написан Андреасом. Можно пойти по моему КД на 10 гер. ТЛК совет. Ну, вся кровь, лед, лич. У нас 5 обычек еще осталось там войдут. Кстати, стереотип. Че? Ну какой же? Портал в Галаран поставил. Где?